Какой солдат не мечтает стать генералом? Так и в спорте. Каждый спортсмен мечтает стать чемпионом. Чтобы подняться на пьедестал почета, нужно много и упорно тренироваться, учиться у лучших, а еще лучше у самих чемпионов. У славянских ребят появилась такая возможность. С подробностями Анна Монастыренко. В Славянске на Кубани побывали лучшие борцы Кубани. Чемпион мира и Европы по спортивной борьбе Степан Марянян. Чемпион Европы, призер чемпионата мира Александр Головин. И мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе – заслуженный тренер России, ведущий тренер Краснодарского края Алексей Иванов. Титулованные спортсмены провели для славянских ребят мастер-класс по спортивной борьбе. Мы открыты для молодежи, открыты для детей. И те секреты, которые мы имеем, мы как раз таки и хотим на мастер-классах поделиться. Поделиться теми деталями, теми тонкостями. Это не только для спортсменов, но и для тренеров. Для тренеров районов, тренеров поселений. Поэтому основная цель тех же мастер-классов – это и повышение квалификации тренера, как самого специалиста, который работает с детьми. Тренировка с чемпионами началась с разминки – важной части любого тренировочного процесса. Затем именитые спортсмены показали ребятам приемы, которые тут же и отработали на практике. Что вы нарабатываете? Какой запас? То есть отсюда снова начинаете борьбу. Здесь уже можете переходить на одну группу. Да, сюда, друзья. Отсюда смотрите. На мастер-классе присутствовали борцы со всего Славянского района. Для ребят, которые только делают первые шаги в спорте, это возможность не только узнать что-то новое, но и лично познакомиться с чемпионом, увидеть, что ничего невозможного нет. Тренировки и целеустремленность обязательно приведут на пьедестал почета. Впервые увидел чемпионов, очень мне понравились они. Я научился новые приемы. Когда я вижу чемпионов, хочется мне больше тренироваться, быть похожими на них, стремиться к чемпиону мира, России. Очень хочу обнять Степу Марянина. Впервые его вижу. Такая тренировка с опытными и именитыми борцами была полезна не только для начинающих спортсменов, но и для опытных борцов. Призер международных и всероссийских турниров Давид Худоян сейчас готовится к чемпионату края и Южного федерального округа. Новые знания, конечно же, пригодятся на соревнованиях. Новая информация, новые приемы. Ну, у всех арсенал разных приемов, и каждый что-то может свое новое показать. Это большой плюс. Кубанские чемпионы в Славянском районе провели весь день. Такие тренировки будут практиковаться и в дальнейшем, развивая у ребят стремление к победам. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».